Большой патриот России удачно вернулся из отпуска. Мария Шукшина опоздала с критикой Ивана Урганта за то, что тот начал заниматься своей недвижимостью по приезде из Израиля. Несколько дней назад роскошные апартаменты звезды телевидения нашли своего нового владельца. Речь идет о двухуровневой квартире на 540 квадратов прямо в одной из башен Москва-Сити, расположенной на 60 этаже. Тренажерный зал, сауна, две ванных, комната для стирки, отдельное помещение для прислуги и два входа. Все это и даже больше стоило новому владельцу всего 385 миллионов рублей. По словам источника канала Немалахов, прежним владельцем апартаментов являлся именно Иван Ургант, а сделка завершилась успешно пару дней назад, благодаря чему оскандалившийся патриот и шоумен может спокойно заниматься своим отъездом в Израиль, о котором судачат последние дни. Впрочем, может и не стоило Ивану торопиться, у его коллеги Максима Галкина проблемы в Израиле уже начались.